Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю шикарное блюдо мясо по-королевски с картофелем, сливками, под нежной сырной шубкой. 1 килограмм картофеля нарезаю пластинками. Мясо, у меня свинина карбонат, примерно 700 грамм, нарезаю стейками толщиной 1,5 сантиметра. Затем мясо отбиваю. Солю и перчу. Делаю то же самое с другой стороны. Одну крупную морковь натираю на терке. 3 луковицы нарезаю 1/4 кольцами. 200 грамм сыра натираю на терке и добавляю 3 столовых ложки сметаны. И еще столько же майонеза. Перемешиваю. Форму смазываю сливочным маслом. Выкладываю мясо. На мясо выкладываю половину лука. Теперь картофель. Заливаю 100 мл сливок любой жирности. Картофель надо подсолить по вкусу. Теперь кладу морковь. Оставшуюся половину лука. Ставлю запекать в духовку на 1 час. Температура 180 градусов. Достаю и вилочкой проверяю, готова ли картошка. Выкладываю сырную массу. Снова отправляю в духовку на 30 минут. Все, блюдо готово. За 1,5 часа все отлично приготавливается, пропекается. Мясо получается очень сочным и мягким.
Картошечка тоже очень вкусная, пропитанная сливками и мясным соком. А сырная шубка получается мягкой и пышной. В целом все блюдо просто шикарное, хотя продукты самые обычные. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего настроения!